Просыпайся, просыпайся, уже утро. Вставай. Не хочу спать, отстань. А я говорю, вставай. Ну почему нельзя еще пару часов поспать? Потому что еще много дел. Нужно позавтракать, принять ванну и приниматься за уроки. Ты забыла? У тебя онлайн обучение в школе. О нет, лучше бы я забыла. Ладно, все, выхожу. Ванна готова? Ой, а ты еще не готова. Ну что, вылезай уже, а? А ты сделаешь за меня классную работу? Ладно, помогу тебе. Ну ладно, вылезай тогда. Доброе утро, ребята. Привет, мисс Джайв. Привет, привет. Так, ну что там у меня с утра по планам, а? В ванну сначала или завтракать? Давай, пока ты не одета, пока в пижаме, иди принимай ванну, а потом на завтрак. Ай, хорошо-то как, а? Ой, ну что, я все, можно завтракать? Ты куда одеваться? Ой, забыла. Ой, а я чего-то плохо вижу или что? Я не могу найти свои очки, они у меня точно были. Посмотри, пожалуйста. Джайв, да, я знаю, у тебя должны быть очки, точно-точно. У нас до тебя уже было две мисс Джайв, и у них были в комплекте очки. А у тебя что, нету что ли? Мы открыли все пакетики, все бигудюшки, больше ничего нет. Не поняла. Нам попалась куколка без очков, что ли, да? Неполный комплект? Какой-то бред. А что мне теперь делать? У меня очень-очень плохое зрение. Как я буду делать уроки за компьютером? Мне учительница скинет задание, а я ничего не увижу, когда вблизи у меня все расплывается. Это мне что, двоек сегодня наставят? Получается. Ой, что делать? Мне нет очков у меня. Ой-ой-ой. Джайв, аккуратно, ты уронила молоко. Ну вот, я тебе же говорю, не вижу близко ничего. Надо что-то придумывать, что-то решать. Пойдем, я отведу тебя к окулисту на прием. Он подберет тебе необходимые очки, а потом уже и за уроки. Окулист? А это еще кто такой? Окулист? Ой, окулист, это не страшно? Что он будет со мной делать, а? Нет, нет, не страшно. Ну ладно, поверю тебе, пойдем. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут мисс Джайв. Дело в том, что у меня не оказалось моих очков. Я их куда-то потеряла, или мне их совсем не положили. Вы можете решить мою проблему? Конечно, я же окулист. Я занимаюсь проблемами со зрением. Так, прочти мне, пожалуйста, буковки, которые ты видишь, сверху вниз. После этого я смогу понять, какие очки мне нужно будет тебе подобрать. Ну что, начнем? Верхняя строчка. Ш, Б. Дальше давай. М, Н, К. Еще видишь? Ага. И, М, Б, Ш. А дальше не вижу. Все понятно, мисс Джайв. Небольшая близорукость. Держи, я подобрала тебе очки. Мне кажется, они тебе подойдут. Ну что ж, давай читай. Проверим. Вау, и правда все видно. Следующая строчка. Б, И, Н, К, М, И, Н, Ш, М, К, Ш, И, Н, Б, К, И. Доктор, я вижу все. Я даже вижу самую-самую нижнюю, представляете? Спасибо вам огромное. Это моя работа. Очень рада, что мы справились. Если что, приходи. Хорошо, доктор, еще раз спасибо. Мне нужно идти. У меня сегодня онлайн обучение. Мама говорит, что это для нее такое мучение. А я уже в школу хочу. Мне так надоело дома сидеть. Ну что, ребята, вы знаете, у нас мисс Джайв целых 3 куколки. Поэтому я бы хотела отправиться к одному или к одной из наших подписчиков домой, да. А для того, чтобы меня получить, переходите внизу по ссылке к предыдущему ролику и пишите там в комментариях, для какой куколки Лол мы покупали ванну, в которой сегодня купалась я. Кто правильно первый напишет, туда я отправлюсь, у того и буду жить я. Ну что, друзья, удачи! Интересно, кому же я поеду, а? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Даринелка Игрушки и смотрите новые серии. Пока-пока!